Так, ну, мы начинаем наш авторынок. Макс, передай всем привет. Доброе утро, да. Игорь, как проходит авторынок? Нормально. Все, отлично. Все, Раха в работе. Привет. Привет. А, наши клиенты. Здравствуйте. Что продаете? Приору. Приору. Все, отлично. Ну, в общем, ребят, все, специально для нашего YouTube-канала мы начинаем. Не переключайтесь. Остановочка в зале следующая. Уже смотрят новиночки. Авторынку вот третий раз приезжаем, нормально все. Да. Сервис, обслуживание. Салам алейкум. Салам алейкум, мужики. Как дела? Ну, как машина? Инстаграм? Да. Хорошая, цены нет пока. Цены нету? Только заехала. 3 300 000 только заехала. Вот такой фокус, ребят. Заезжает Приора к нам на комиссию. Люксовая. Вот еще одна приорка. Так, что еще смотрит, на что обращает внимание? Тачка за лям. Посмотрите, сейчас смотрит на нее. Вот еще один вариант за лям. Сальмаспа. Хай жақтан болас? Бурабайда. Машина здесь жүрсіпа? Машина здесь жүрмісу. Сол, қандай бағамен? 1 500 000 сонда жерде жүрміс. Сәлем Көкшетау. Наурыз құтты болсын. Дастер к нам заехал. 6 825. Келгеним жаңа ғана, 4 минут. Сестренка, мы машина жүріп жүрміз да. А қай бағамен? Әртүрлі. От Совет үкіметінен, от Российский автопром и до. Автомат. Әртүрлі? Да. Автомат па, механика ма? Все, бар ма варианты? 4054 18 года, Нива Урбан. Также смотрит Весту Кросс у нас. Та самая, которую я говорил про сторис. Подписывайтесь на наш инстаграм. Ребят, ну как проходит сегодня у вас в этот воскресный день? Так, ну и передвигаемся к нам в авторынок. Музыку выключили? Да. С праздником вас, тетя Наташа, прошедшая. Спасибо. Все, ну как вам вообще в целом авторынок проходит? Вот вы. Да нормально, что народу много, машины вон продаются, чего еще надо. Цены стоят на месте, цены на машины никто не поднимал. Приезжайте, приходите в наш автосалон, здесь все прекрасно. Да. Риздам, Сунакеримет. Ұйымдастырыватсыңдар, мына чай бар ішінде талада кішкене тоқып қалсаң жылынатын. Жарайсыңдар жігіттер, алдыға істерің ғана берген. Так, ребят, ну все, мы вышли сегодня на наш авторынок, и обстановочка у нас следующая. Погнали, ребят. Так, ты сломал, кажется, вот эту замечательную машину. Toyota Camry он продает. Toyota Camry. А что стоит нынче? Ой, я же говорил вам, что тогда, стоит говорил. Нынче Camry 70? Новый, да. От 30 миллионов вообще уж, да. Сколько просите? 30 стоит, нет. Ну, а, моя стоит. Так. А вы сколько просите? Я чуть не упал сейчас. Вы 30 сказали. 19 я. 19, да. Это очень хорошая цена. Да, хорошая. Deo Matiz 2 миллиона, 2008 год. А, нет, это не Deo Matiz, ребят. Нифига себе, это какой-то Chevrolet. Похож который на Deo Matiz. Видимо, Deo Matiz собран на этой базе, что-то мне подсказывает. Да, это Chevrolet Spark, очень схож с Матизом, что внешне, что и внутри, я так понимаю. 3 миллиона 615, ну цена такая прям хорошая, хорошая. 2 600 2012 года в универсале, 21 14. Цена, ассаламу алейкум. Продаю машину 21-14. Ага, салмалька. Так, что просите? И 850, братан, но еще торг хороший будет. Черри Тиго продают за 1 600 000. 2 550 000. 159 тысяч километров пробег. Вот такая гаранта. И это у нас Lexus GS300. 4 850 000 тенге. 2,7 миллиона. Та же цена, да? А, все, все, понятно. Ну, как вообще дел? Как нас? Нормально, вот. Замечательно. Все, не продается так? Ну, есть возможность оставить на комиссию?
Ездили? Нет, езжу сам. Да? Да. Ну все, давай, удачи сейчас. Да, рахмет. 2900 торг. 2900 торг, 14-й год. Сколько окончательно, брат? 2750. Полулюкс. Да. Все понятно. 14-го года 2850. Акустика на 200 тысяч. И это у нас Шаран. 2 100 000. Что ищем? Тачку ищем в пределах 3-4. В пределах 3-4? Вообще ЦРВ искал. А, ЦРВ. 5 миллионов 2003 год. Продаю, да, 8500 2021 года, пробег 30 тысяч. Ага. Машина в идеале, как она была в салоне. Ничего не менялось. А причина продажи? Ну, по семье австралийцы, просто в семья не влазит. Большая семья. Побольше хотите? Побольше семье скучу. Сколько просите? 700. Здравствуйте. Здравствуйте. Счастья, 14-й год, Приора с пробегом? 203. 203 тысячи. Угу. Все. Откуда будете сами? С Петропавловска. Передайте привет Кокштау, Петропавловску и всему Казахстану. Все, всем привет. Ниссан. 2 миллиона 100 тысяч. Двигаемся дальше. Ион 820 тысяч. Портеч 6 миллионов 900. 6 миллионов 900. 5 миллионов 100. Заезжают машины, ходят татешки. В общем, весело. Вот сороковочка есть. Продос. Один. Что у нас? Nissan. 2006 год. 2900. Вот такая. А вот и камрюха. 5 миллионов 500. Так она выглядит. Вот еще один Nissan Note. Всем салам алейкум, близким, родным, салам алейкум. Давай, чува, как чу, настроение хорошее, но погода. Погода холодно, да, сегодня? Боней, ты прекрасно узнал утро. Веселые ребята из Кокштау. Сколько просите? 3 миллиона? Да. Так, вот мы уже оказались внутри этого автомобиля с веселой компанией. Автомобиль зимой я вообще не эксплуатирую, вот вчера просто уже соскучился по ней и решил выехал, она на работе у меня стояла, хранилась. Ага. Вот. Выехал, переставил ее около блок питания, я там живу рядом. Ага. Только я подъехал, сразу подъезжает машина, выходит мужчина. Ага. И три молодых парня, и сразу просят, можно пофотографироваться. Вот так, куда бы ни приехал, везде ожидаешь. За 3 миллиона. Пишите в комментариях, дорого это или нет. Теперь там ключи потеряли кто-то. Объявление делает? Так, делайте. Все супер. Приехал на очередной авторынок. Посмотри, людей все больше, я смотрю, да? Да, да. И люди, такой... не глядя на мороз, все равно приезжают сюда. Совершенно верно. Да, заметил, и стало больше девушек, смотри. Нет. Ну давай, возьми интервью. Слабо? Вашего... В целом авторынок первый раз здесь? Да, по нашему автосалону. Да, вывеску повешали, кстати. Да, действительно, народу очень много в нашем автосалоне сегодня. Осторожно, тут у нас движение, как в Москве. Мы вообще сами из Щучинска, да? Мы подписаны на Инстаграм. Люди из Щучинска приезжают, Жаня, посмотри. Да, приезжайте, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Это вот сейчас вы себя можете увидеть в YouTube. Так что подписывайтесь. Спасибо, что приехали. Нос замерз, поэтому ноги замерзли, поэтому обязательно ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на наш канал за наши труды и старания. Всем большое спасибо, оставайтесь на связи. Пока-пока, ребят. Знаешь, когда ты говоришь, у тебя голос меняется, Архан. Да? Когда камеру включишь. Ребят.